зашла в Теско и искала деревянные треи такие, но они такие дорогие. Вот один я купила на тему. А вообще они дорогие. А сейчас зашла сюда и смотрю, здесь такие вот стоят. Вот это 4, 2 штуки в нем. Плейт такой. Еще он сделан. Даже дишвоша можно мыть. Интересно. Это всего 2 фунта одна штука. Это же здорово. Ну, вот такой вот он у меня, наверное, будет большой пока. А вот эти вот 2, наверное, я возьму. Вот таких 2. Ой, сколько он стоит? Ой-ой, 2,25 что ли. Сейчас я... У меня тут машинка сразу. Сейчас я цену узнаю. Так, 2,50 за 2 штуки. Это вообще ни о чем. В сравнении с тем, что я искала даже на китайских сайтах. И вот это вот 2 штуки. Вот они, размер прям прекрасный. Для закусочек я хочу такие вот вещи. Очень я рада. Такая у меня находка. Это 3 за 2. Вообще супер цена. Мне нравится. И у нас все продают на Пасху. К Пасхе уже всякие красоту всякую. Ну, какая прелесть. 8 фунтов. Это дорого. Такой декорировать дом. Всякое-всякое. 5 фунтов. 6. Левый зайчик. Веночек такой. Тут одна голова зайца, но как-то не очень. Тут цветочки лучше, наверное. Цена не видно. Всякие эти украшалки. Куда их вешать? Куда-нибудь. Цветочки с яйцами. Прикольные, да? Ну, какие цыплятки. Страшненькие. Зайчикой с морковкой. С подарок, под подарок можно. Туда бутылку вина, если в гости идешь. Что-то еще. Какая прелесть. Такие баранчики. Мягенький. Такой мягенький. Смешные. Ну, чё только нет. Вот сколько красоты на весну. Мой любимый цвет. Подушечки. Сколько они стоят-то? 5 фунтов. Ну, это прям старая цена. О, какой веночек красивый, с тюльпанами. Прелесть. Прелесть, прелесть. Мне вазу надо под цветы большую какую-то, но я такие вазы не очень люблю. Я люблю какие-нибудь графины. Такие вот нестандартные, в общем, вазы. Тут тяжелая какая, как красота. Ой, какая красота. Цвет изумительный. Прелесть. Подушечки. Всякие. Так, телегу там оставила. А тут. Ой, какая. О, стеклянная, тяжелая какая. Тоже очень красивая. 8 фунтов стоит. Зеленые. Тоже красиво. Посуда — это что-то. Так что здесь тоже блюдо хорошее.
стол декорировать. Стол. Вот, 14 фунтов, но это трей, конечно. Такой большой, деревянный. Но я не такое хочу, не такого плана, а под закуски именно. Общее такое какое-то блюдо. Ну, взяла уже. О, деревянные тут есть. Эти 12-14 крашеные. Подносики, это подносы. Ну, мне достаточно пока. У меня белые есть тарелки, такие блюда большие. И эти купила. Довольно. Не под дерево. Такие из бумаги, видимо, из прессованной сделано. Но как сделано, что их можно мыть в микроволновке даже. Фу ты, в микроволновке. Посудомойки. Так, что здесь у нас еще? Так, здесь свечи. У меня пока есть. Ой, какая прелесть. Подушки. Подушки, индюшки. Курочки. 10 фунтов. С буйволами. О, собачонка. Так. Искусственные цветы. Вот никаких проблем. Поставил ее, она будет тебе пока не осыпется от старости. Вот у меня уже сколько лет стоит. Я про эти, как их, орхидеи. Сколько лет стоит у меня? Купила я ее тогда за 20 фунтов, по-моему. Или дешевле, не помню. Ну, дорого. Вот они дорогие. Вот 28 вот это стоит. Дорогие, искусственные почему-то. Но она стоит, не выцветает. Ничего, на солнце стоит. Она под стеклом в консерваторе. И ничего не делается. Красивый подсвечник. О, ваза. Она как ваза. Такая, нет, такой мне не надо. Ну, вот такого типа, вот. Вот такой вот под цветы я люблю ставить. Красота. 12 фунтов. Очень красивый. Мне надо повыше, потому что это под короткие стебелечки. Прелесть. Вон цветочки искусственные. По 3 фунта штука. Штука 3 фунта. Так, ну вот что-то такое интересное, более-менее. Вот типа банки. Ну, нравится мне такое вот под цветы ставить. Это вот ничего так необычное. А вот эти вот стандартные как-то мне не очень нравится. 28. Распечатала я эти упаковки. Оказалось, что это они вообще одноразовые. А я засомневалась. Вот смотрите. Написано, что... Грязный палец. Написано, что... значок же стоит. Это же посудомойки можно мыть. Так ведь? А написано, что они одноразовые. В тексте. Вот чудно. Я еще так поудивлялась, думаю, как это они могут быть моющиеся. Оказалось, и не одноразовые. Изготовлено, в общем, из опавших листьев какого-то дерева. Так что не мыть написано, а только смахивать с них. Ну, в общем, одноразовые. Ну, ничего. Даже одноразовые, то хорошо по форме. Ну ладно.
будем использовать, если купила. Опять я с этим букетом, он у меня уже начинает увядать. Мне его надо почистить. И розы начали первые портиться. Лилии только что раскрылись все. Они раскрываются по одной. Не все сразу. А розы начали портиться. Желтые, белые еще ничего. Так, ну и все. Пока стоит, воду надо поменять. Сейчас им питание добавлю. Может, постоит подольше. А куда я его дела? Приехала из магазина. Сегодня у нас гости. И английская пара. Старые-старые знакомые, давние вернее. Он работал с Сережей. Вместе, потом ушел на пенсию. Это было еще до ковида. И мы общались до ковида. Потом ковид, когда всех засадили. Мы перестали встречаться, а они как-то это... Ну, короче. Одни переписки. И вот вчера позвонили. Говорят, мы заедем. Вот, они оба на пенсии и... Гуляют себе, говорит, ездили по круизам, круиз. Вот, про пенсию как раз хотела сказать, что мне говорят, вот, неужели у вас там на пенсию прожить нельзя, на английскую? Английская пенсия, она что же разная у всех? Мы-то приезжие. Да вот они, например, они здесь местные. Они всю жизнь работали. Они выработали полный стаж на эту пенсию и так далее. Вот. И у них недвижимость какая-то есть под сдачу. И они, конечно, могут не работать. Вот. А у нас другая ситуация. У нас меньше пенсии намного, я думаю. Будет. И поэтому потом у всех же разные потребности, разные расходы. У нас все в разных странах живут. Ко всем ездить надо. И к родителям, и к внукам. Вот у них тут все. Рядом с ними живут и дети, и внуки. Никто никуда не разъехался. Все рядом. Надо понянчиться. Они поехали, посидели с внуками. Вот, поэтому... Ну и разница, конечно, в пенсиях другая совершенно. Другая. Так, это у меня виноград. У него... Вот, поэтому и приходится думать. То ли работать, то ли не работать уже больше. Вот. Купила я, ну, в общем, они такие англичане, я не знаю, у кого как, но я на своем, вот сколько мы здесь живем, 24 года, я всего одного знаю. Человека, который англичанин, который ел все. У моей подруги, у мужа друг был. И вот он приедет, борщ будет есть, гречку будет есть. Муж ее не ел ничего, абсолютно. И причем до
рвотных позывов. Она его чуть ли не заставляла там что-нибудь попробовать. У него же рвотные позывы были. И повезет его там, куда она его возила, в Украину, к родне. И приедем, говорит, там как наготовят столы, ну, по-нашему, да, он ничего есть не может. Приезжаем, говорит, назад в Англию, он говорит, Макдональдс, Макдональдс, бежит. А друг его ел все. Но это был один человек, кого я знаю. Остальные, это они как такие консерваторы, они ничего не пробуют на работе. Допустим, сидишь, что-то ешь, если свое принес, они всегда заглядывают. Ой, а что ты там ешь? Ну, я говорю, вот это вот скажешь, да, там, то все наше, значит, еда какая-то там. Хочешь попробовать? Не-не-не, не буду. Но обязательно спросят, обязательно поинтересуются, что это такое у тебя? Вот такие. Вот, и когда мы приходили к Дереку и Джейн, Дженни она, я ей путаю все время, Джейн, Дженни она, по-моему, или Джейн, Дженни. Вот, и она любит готовить. Ну, свои английские блюда, конечно, там, может, еще какие-то, не знаю. Но она готовит много на парти, когда вот Крисмас, когда родня собирается их. Там, ну, я не знаю, еще дни рождения, может, какие-то, все. А так, когда к ним приходишь просто так, как они говорят, на кофеек, там, на чуть-чуть, там, зайти, заехать, как вот вчера мне сказали. Вот, они ставят там, винца предлагают, пиво мужчины пьют. Она вот вино любит пить. А мужики пиво пьют. Я ничего не пью. Вот. И так, какой-то снак. Там, чипсики в основном. Вот. И все. Просто у них в основном пьют они сидят. Они даже почему-то не закусывают, как мы по-нашему. Ну, может, мы по-другому пьем. Но дело в том, что они тоже алкоголиками. У меня куча знакомых мужчин. Алкоголик, пивной алкоголик. Его так не видно, вот как наши, знаешь, синюшные там ходят с носами какими-то. Вот. Он на завтра нет, но они пьют пиво безбожно много и пьянеют от этого. И вот они ничего не закусывают, они не едят. Не говорю про всех, сейчас начнут меня поправлять, и не начинайте даже, потому что все разные. Я рассказываю про тех, кого я знаю. Вот, поэтому я сегодня купила на закуску что-то. Ну, как бы, у нас же не принято ничего на стол не ставить, одни бутылки пива. Не принято. Ну, и там пиццу это, ну, их легко, да, вот, угощать, в смысле, как-то, так вот, я не пойму, он у меня крутится. Нет, он у меня не крутится, у меня погас опять. Сейчас я выжигу. Наверное, села батарейка. Ну, ладно. Вот. И им закуску там, чипсы, такое все вот английское. И всего полно в магазинах. Упаковочки раскрыл, по тарелочкам положил. И все. Они будут сидеть, пиво пить, болтать, и хохотать, смеяться, курить. Курят все, кроме меня. Вот. Поэтому это проще, чем... На наших вот мы, ну как проще, мы всегда себе готовим. То есть мы пригласили гостей, надо что-то на стол накрыть, накормить. Как это? Вот. А у них не надо, у них, они, если голодные, они поедят перед тем, как гости зайти, где-нибудь зайдут. Так, вот такие дела. Вот, но я хотела, конечно, я вот эти тарелки купила, которые одноразовые оказались. Я на них хотела так, что-то такое. Еще рано, конечно. Сейчас сырку порежу. Виноградик положу. Такое, закусочки. Какой у меня тут сыр. Что-нибудь поукрасить хотелось. Вот, муж заедет, пиццу купит. А они нам сказали, мы на диете, ничего не готовьте. Знают, что мы готовить будем. Ну, готовьте, не готовьте, а все равно как-то надо.
Ну, это по-нашему. Мы не можем по-другому, да? Так, здесь скоро. Да, и у нас такой идет, как сказать, по-английски. Шум. Общественность волнуется, все газеты на ушах. Куда пропала принцесса? Вы, наверное, уже знаете, конечно, про это. Почему-то Англия на слуху всегда. Все про нее знают. Когда вот мы уезжали сюда, про Англию вообще ничего слышно не было. Мы знали просто Англию, все. Знали Диану, слышали про Диану. А вот так вот, как сейчас про нее все знают, такого не было. Англия, Англия. Так вот положу. Вот. И, значит, перед Крисмасом, перед Новым годом, одновременно как-то они и король заболел в больницу, и принцесса Кейт, Вильяма жена. Они, значит, там... как получилось? В общем, она попала в больницу и сказали, что это плановая операция. А потом начали скрывать. То есть дворец что-то крутит, мутит. А народ-то начинает волноваться. Они же, ну, как бы постоянно на слуху, на всяких там мероприятиях должны присутствовать. Работа у нее такая. Везде-везде ее видно, и везде она сама фотограф. И, ну, в общем, везде, как она, общественная фигура. И вдруг ее не стало. Ну, понятное дело, начался шум. Причем скрывают и как бы, ну, хуже нет, когда скрывают. Еще больше слухов получается. Ну вот, потеряли ее. Непонятно, где она и что. После операции говорили, выздоравливает, восстанавливается. На самом деле нет. Потом начали всякие фотографии какие-то появляться. Причем фейковые какие-то, и люди там, специалисты, видят, что это не она на фотографиях, на видео, и как бы подделанные, кого-то там подставные эти фигуры. Ну, в общем, так, что я хотела еще? Тут купила оливки с сыром, поставлю. Даже так можно, наверное, коробочки. Но нет, ставлю. У меня мелкие чеплашечки есть, красивые. Так. В общем, сочиняю, чтобы положить. Погода у нас сегодня прекрасная. Тепло стало, дождя нет, главное, сухо. Солнышко. Это прям мое. И когда солнце, у меня нет настроения. Так вот сюда, наверное, поставлю. Тарелки, конечно, кривые какие-то они. Качаются. Такие, ну, правда, как одноразовые. Зря я обрадовалась, что дешевые и легкие, и какие надо. Оказалось, это экологически чистый продукт. Так, ладно. Что еще? Хумус. Поставить.
какие-то нарезки положу. Вот так, слегонца. Так, а это мы как сделаем? Так. Привыкла к перчаткам, не могу без перчаток. Мне не очень комфортно. Вот в перчатках лучше намного. Чувствую себя. Так, это у меня колбаска. А это тоже колбаска. Это ее красиво бы положить. О, такая роза получилась. Роза. Это у меня такие шпажки деревянные. Так, ее раз проткну. Помидорчики. Помидорчик. Так, потом я близко покажу, пока. Далека чуть-чуть сюда. Базилик можно. О. Базилик. Листочек вот сюда вот. Между. Очень большая роза. Было помельче. А, у меня живот для роста. Маленькие нарезки. Это колбаса. Так, эту попробуем завернуть. Так, о, вот это вот лучше роза получилась. Оп, так. Ой, запах от базилика. Обожаю. Очень люблю базилик на Кавказе, синий. Так. Прикольно. Не купила мелкую моцареллу, хотела. Она так красиво смотрится во всех этих всяких. А не нашла. Спрашиваю. Они говорят, нету. На полках. Вот так вот набегом. Когда надо что-то быстро, никогда не найдешь то, что надо. Так, а если мы сюда оливочку воткнем и сырок? О, точно. Вот интересно. Дерек, он вообще, он, она готовит, она это, рассказывала, говорит, наготовлю, ну, любит готовить и понимает толк, значит, в еде. Ему ничего не ест,
притащит свой take-away, какой-нибудь этот, что готовят на улице, ну, в кафе. В коробочку. Ну, с собой, короче, как сказать, take-away. С собой. На вынос, еда на вынос, вот. И он ее притаскивает домой и ест. То есть вообще вот они всю жизнь вместе прожили. И она говорит, я его не могла приучить к этому, к еде, к своей домашней. С детства, видимо, кормили так его родители, мать. И он привык. И ему еда такая же, как вот так. О, как красиво. Даже красиво. Так, и сюда виноградик, да, положу. Точно. Еще одну такую розу сделаю для симметрии. Из колбаски с чесноком. Пахнет хорошо. Так, небольшая тогда. Мы однажды хохотали, сидели с ними. Он такой смешной, рассказывал, говорит. Я, говорит, как-то однажды решил салат приготовить. Жень куда-то уехала там или ушла, не знаю. Он решил салат приготовить, говорит. Готовил, готовил, что-то резал, туда резал, ну, овощной. Помидоры, огурцы. Потом думаю, что-то вот не хватает. Что-то надо еще добавить. Взял, говорит, и поставил его в микроволновку. Ну, это надо было слышать, конечно, как он рассказывает. Смешно. Хотели вообще до упаду. Очень хороший человек. Ну, вот, алкоголик. Пивной. Причем недавно ему делали операцию на сердце. Шунтирование. И он... Она рассказывала, говорит, везем его домой из больницы. Он весь, это же такая тяжелая операция, причем там не одно шунтирование, что-то там много у него было. Так, нет, вот эти вот надо. Вот, а, делали. Коша, отойди. Несколько, ну, в общем, короче, не одно шунтирование, а что-то там несколько сосудов, как там делается. В общем, сложная операция была. И вот они его везут домой. Мимо паба он не проехал. Кричит, завозите меня в паб. То есть пиво. И говорит, там где-то на стойку подошел. И какой-то официантки что-то, ну, они же все рассказывают, все показывают. Они это, такие открытые люди. И он что-то ей там рассказывал, она там около него ухала, что-то стояла. Он ей распахивает рубашку. У него все там в швах, в таких, ну, в жутком состоянии. Это же клетка грудная разбивается, себе не буду показывать. И оперируется, да, и все это потом, после операции, как такое. Она чуть там, говорит, в обморок не упала от этого вида. И вот он мимо паба не проехал. Она возмущается, говорит, это ж надо. Такую операцию перенес сложную, и он все равно в этот паб. И пиво, и он начинал с маленького. Вот сейчас посмотрю, как он пьет. Это было как раз перед ковидом. Мы делали операцию. Нет, что-то не так. Как бы его еще соорудить что-нибудь сюда. А, ну, оливки же. Вот, и начинал безалкогольное пиво. Но потом он уже продолжал, как обычно. Уже, я помню, ну, сколько лет прошло, ковид-то закончился. И вот до ковида еще. И он уже пил вовсю, вот как обычно. Ничего человека не останавливает, причем он говорит так. Я хочу умереть счастливым. То есть хочу делать, что я хочу делать. И, типа,
Ну, сделали. А он такой шустрый, очень шустрый человек. И он уже немного погодя, он садовником подрабатывал. Работал вот в университете с нами и подрабатывал садовником. То есть у него, ну, это тяжелая работа. И вот он уже через какое-то время побежал уже садовником там. Ну, в смысле, это на свою работу потихоньку вот так вот начал работать. Не останавливался, молодец вообще. Но ничто его не может остановить. Вот от пива. Так. Нет, наверное, неправильно положила. Надо вот так за ручку, чтобы брали. О. Ну ладно, это так пусть лежит. Так. Моцареллу приходится резать эту крупную. Так, и я хотела же еще. Мне очень нравится салат. Сейчас я сделаю его. Самый простой. У меня есть моцарелла есть. Сюда что положить? Виноград. Зеленый, да? И зеленый подойдет. Так вот. Заполню. Пустое место. Вот так. Очень даже ничего. Я потом поближе покажу. Так, а этот салат я хочу на тарелку поставлю. На эту. Так, не нашла мелкий. В магазине мелкий. Этот перец сладкий. Хотела из него вырезать такие усики. Для украшения. Один крупный, все завалили. Я говорю, когда надо, заранее ничего не найдешь. Коша, иди. Опять кривляешься. Есть, ничего не ест, а только по столам ему надо шариться. Ничего не хочет есть. Как вот у него эти мартовские коты, ну, гуляют, так и он сейчас. Все равно это все, наверное, как-то работает, хотя он кастрированный. И вот он ничего есть, отказывается от всего. Так, а что, у меня еще больше нет моцареллы? Угу. Нету. Ну ладно, да меньше тарелку нам надо взять. Или что-нибудь заложу еще. И вот ходит то с улицы, то на улицу, то с улицы, то назад, то на улицу. И вот прям не остановить. И ходит. И что-то он ищет. Он нюхает везде все. Вроде есть хочешь, да? И не ешь, как в ресторане еды. Все, не буду больше ничего давать. Так, что еще? Помидорчик. Вот этот. А, пахнет хорошо. А ну отойди ты из-под ног. Ну, куда тебя несет? Сказали, тебе нельзя к лилиям близко подходить. Слазь сейчас же.
Базилик. Мне нравится очень вкусно. Моцарелла, базилик. И томаты. И помидоры. Да, Куша? Иди. У меня от базилик. Уже рассказывала. Моей бабушке рос на окне. Всегда я приходила. И вот прям мне... Я его шевелила, чтобы он запах. Сидела, нюхала. И вот мы не знали, что его есть можно. То есть бабушка не знала. Он просто стоял, как декоративный цветок на окне. Зеленый именно. Синего у нас не было. Синий я увидела только на... Или это листик наверх вот так вот. Красивее будет. О, что я вниз это положила. Так. О. Угу. Ага. Так. Маленький помидорчик сюда. Маленькие кусочки. Сон свой налаживаю сейчас. У меня сбился сон, сильно сбился. Я сейчас начала пить мелатонин. Спасибо вам, кто мне посоветовал. Вот, и чтобы у меня, ну, ложиться вовремя. Вот вчера я в 9 легла. Раньше легла. В 9, наверное, я уже заснула. Ну, если вот до этого, я бы проснулась часа в 2, в 3 и не уснула бы больше. Сегодня я проспала до будильника. Звонит будильник у меня. Сколько? 5:30, по-моему. И обычно я просыпаюсь раньше. Не могу спать, у меня какой-то нервоз всегда. Сколько уже лет, а я что просплю? Хотя никогда не просыпаю. Ну, не люблю торопиться, может, поэтому как-то мне это работает. Маленький помидорчик какой-то неудачный. Да, вот этот большой. О. Так. Все. Так вот. О. Кто сюда залез? Кто залез опять? Коша. Да что такое? Хулиган прям. Я не знаю, какой. Какой-то хулиган. Маслом еще полью. А, солю. Посолю и оливковое масло. У меня хорошее. Так. И очень это вкусно бывает. Так. Надо с носиком такой мне. А этот, как сказать, графинчик под масло купить. Коша, тебе здесь ничего не подойдет, понимаешь? То, что бы тебе подошло, я положила тебе в чашку. Иди. Так. Ага, у меня еще есть хумус. Ну, что еще? Еще какую-нибудь тарелку. Ой-ой-ой-ой. Еще какую-нибудь тарелку.
положить. Подумаем. Колбаса, нарезка. Открываешь, написано чесночная. Открываю, запах чеснока. На вкус никакого. Ну что ты смотришь? Ты это не будешь. Что тебе не давай? Так. Что я еще хотела сделать? А? Сбил мне все мысли. Пришел тут. Залез тут. Иди на улицу гуляй. Так, что еще хотела? А, хумус хотела поставить. А к чему его? Угу. Еще вот эти у меня есть. Этот бокальчик мне подойдет. Его надо с табуретки доставать, с стульчика. Вот этот. О. Так вот, наверное, зря я распечатала, рано еще, да? Ну, в принципе, 2 часа осталось. Не размокнут, я надеюсь. Так, Коша залез на стол под камеру прям. Коша, уйди оттуда. Такой любопытный, всему надо обнюхать, всему надо проверить. Только попробуй мне урони. Так, все. Да, так. Так, так, так. Еще. Пожалуй, еще надо одно блюдо сделать. Из чего бы? Чтобы что сделать? Чтобы еще придумать? Ладно, сейчас. Сейчас я... А, фруктовый можно. Можно вот так вот, да. Так, положу мандаринчики. Виноградик синий. Там зеленый.
ягоды у меня еще есть. Так. Вот так. О, красота. И все. Шикардос. Шикардос. Так, ну и все. А, хумус хотела еще поставить. Да его поставить-то? Чего у него макать-то хотела? Ё-моё, забыла пока. Делала. Ладно, потом вспомню, если то сделаю еще что-нибудь. Пока вроде все. Так, ну вот так сейчас покажу, как у меня получилось. И буду убирать. Мне тут надо пол почистить и кухню почистить. И в консерватории там будем сидеть, солнышко сегодня, красота. И там все поубираю. И это все. Ну, вот так вот у меня получилось. Такие тарелочки. Обожаю такие закусочки делать. Красота. Удобно, быстро. Не напряжно. Под пиво, под чаек, кофеек, возможно, будет. Ну, скорее всего. Вообще они, я говорю, они любят пить пиво и вино встречаться. Кормить их не надо, только закуски. Так, ну и такой закусочный стол у меня получился. Ну, хотела еще что-то, может, сказал, не надо. Они, говорят, пиво попить заезжают, да и все. И так хорошо. Красиво. Так, еще надо вино достать, наверное. Я не знаю, будут они или нет. Пиво. Пиво. Ну, это как всегда. Это не по моей части, но в самый последний момент, когда уже гости за столом, начинается доставание, бегание по бутылкам, какие бутылки доставать, где, откуда и так далее. Ничего не изменить.